Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ. Как и нет границ для нашей Вселенной, усыпанной множеством звезд. Сколько их? Миллионы? Много миллионов. И сегодня на этой сцене сожгутся новые огоньки от выступлений наших ребят на конкурсе фестиваля «Стартуем звездам». Мы рады приветствовать в нашем зале участников конкурса. Мы рады приветствовать уважаемых гостей и зрителей, которые пришли поддержать наших конкурсантов. Наш конкурс проводится впервые, и мы благодарим организаторов Центральный офицерский клуб воздушно-космических сил. Сегодня на сцену в финальном этапе выйдут лучшие из лучших, будущие победители и призеры. И может кто-то из наших участников вспыхнет так ярко, что превратится в большую звезду. А как загорается из будущего человеческого таланта, мы сможем уже увидеть сегодня на этой сцене. Я уверена, что сегодня нам всем повезет. И радуга звезд осветит небосвод, звездное небо, в которое уже раз тебе путь озаряет и светит сейчас. Звезды – это символ успеха, символ таланта, радости, смеха. И люди, как звезды, тоже горят. Недаром сегодня такой звездопад. Оцениваться наши участники будут по трем номинациям – ансамбль, дуэт и солист. Жюри оценивают вокально-музыкальные данные и сценический образ. И первым на нашу сцену приглашаются участники в номинации «Ансамбль». Давайте посмотрим вместе. Итак, встречайте. Ансамбль школы номер 712 города Москвы. Песня «Служить России». Музыка Ханьяры, слова Олесни. Thank you.
так появилась на нашем небосклоне первая звездочка. А мы встречаем второго участника. Ансамбль «Форсаж», школа номер 43 города Калуги. Песня «Земля под иллюминаторами». Yeah.
Четвертым участником номинации выступает ансамбль «Наследники победителей», школа номер 19 города Калуги, песня о той весне. Под номером 5 у нас поет ансамбль школы номер 1798 города Москвы, песня «Мальчишки». Thank you.
закончили свое выступление конкурсанты в номинации «Ансамбль». А сейчас мы предоставляем сцену участникам номинации «Дуэт». Первым мы увидим и услышим выступление дуэта школы номер 1220 города Москвы с песней «Путь». Исполняют Сорокина Мария и Машурина Кристина. Thank you.
везде кончится война. Мы не хотим войны, поверьте, желаем в мире жить всегда. Ведь мир дороже всех на свете, не забывайте, никогда. Прекрасно, что в нашем зале зажигаются звезды.
Да, и у каждого есть своя звезда. Я это точно знаю. А следующее выступление мы услышим в номинации «Солист». Встречаем участника от школы гимназии номер 19 города Калуги. С песней «Россия моя» исполняет Крикунова Елизавета. Без тебя, земля,
6 города Москва. Песню «С чего начинается Родина» исполняет Гималтинова Алиса. Там французские ночи и дождь, и туман, под ракурной красивой.
Встречаем участника многопрофильной школы номер 1220 города Москва. С песней «Мир без войны» исполняет Сорокина Мария. Страшно помирать молодым.
19 с четвертью лет. Мама, этой ночью шел дождь, над землею тихо он плыл. Он тогда хотел мне помочь. Мама, этой ночью я жил. Проплывает тихо рассвет и встает над небом заря. Только вот меня уже нет. Третий день прошел без меня. Мы с Серегой думали там, что когда вернемся домой, долго будем спать по утрам и гулять всю ночь под луной. А когда рассеялся дым и забрежил тихо рассвет, и Серега стал вдруг седым, как 19 с четвертью лет. Мама, этой ночью шел дождь, над землею тихо он плыл. Он тогда хотел мне помочь. Мама, этой ночью я жил. Проплывает тихо рассвет и встает над лесом заря. Только вот меня уже нет. Третий день прошел без меня. Всем здравствуйте, я солист школы «Протон». Значит, моя песня – это песня Высоцкого, называется она «Марш космических негодяев». А, Педанюк Арсений Сергеевич. Вы мне не поверите и просто не поймете, в космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы придем на звездолете, как сгорели на собственном даду. От медовых и посиден, но до планеты Эпсилон не считаем мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска у флиппика внизу считает Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных, нам все встречи с ближним нипочем. Но один медовый ты посидел, но до планеты Эпсилон не считай мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска у флиппика наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней и от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых, на Земле мало веселей. Но отсюда в эти восемь дёж, но на планете Эпсилон не считаем, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска Игрушкина, мы лишь читаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Мы не разбираемся в симфониях и бугах, вместо труда камер знали тюрем тишину. Испытания мы прошли на мощных центрифугах, нас вертела жизнь, таща ко дну. Но один на вэпте по семье, но на планете Эпсилон не считаем, чтоб не зайти с ума. Вечность и тоска у флиппика, внизу считаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых-чудаков. Ведь когда вернемся мы по всем моим законам, на Земле пройдет 700 веков. Кто-то и снятся от чего, на Земле бояться нечего, на Земле нет больше тюрем и дворцов. На Бога уповали бедного, но теперь узнали нет его, ныне пресно и во веки веков. Школа номер 11-14, комплекс «Протон», солист Курненков Артем. Как хорошо кадетам быть, не выбирает нам, что носить. Зачем нам это выбирать? Приказ был форма номер 5. Как хорошо уметь стрелять, хоть и в мишень не попадать. А если все же попадешь,
нас и статус обретешь. Кадет умеет автомат собрать и разобрать и перебрать. Он разбирает его 5 секунд, а собирает 5 минут. Быть кадетом просто класс. Мало сейчас кадет у нас. Наше время особо лучше. Коль стал на путь кадета ты, то должен с стрелы ходить, и пласт твой дом теперь второй, ты убираться должен в нем. Мы вместе ходим на парад, чтоб ветеранам честь отдать. Мы с гордостью идем в строю за нашу сильную страну. Быть кадетом просто класс. Мало сейчас кадет у нас. Наше время особо еще. Если кадет, кадет. Наше время особо еще. Если кадет, кадет. Как хорошо кадетом быть. Но это надо заслужить, присягу надо принимать и клятву точно исполнять. У нас обязанность есть, ходить на плац и честь иметь. Нам нужно все их соблюдать, приказ был надо выполнять. Быть кадетом просто класс. Мало сейчас кадет у нас. Наше время особо ищи. Если кадет, кадет. Наше время особо ищи. Если кадет, кадет. Я живу и искал.
награждение победителей и дипломантов первого детского конкурса фестиваля патриотической песни «Стартуем звездам». Наступает самый торжественный момент для тех, кто выступал на этой сцене. Наши конкурсанты провели блестящую работу и подтвердили высокое звание творческих, талантливых людей. И сегодня это их праздник, торжество их талантов. И сегодня каждому участнику удалось зажечь свою звезду, дойти до финала и получить диплом финалиста. На сцену для вручения наград нашим конкурсантам в номинации «Ансамбль» приглашаются Листов Мстислав Степанович, заслуженный летчик-испытатель, президент благотворительного фонда «Мир Сент-Экзюпери». И член жюри нашего конкурса, дважды участница телепроекта «Голос», участница шоу «Comedy Woman» и других телевизионных проектов, резидент фестиваля российского искусства в Каннах, постоянный член экспертного совета рок-фестиваля «Рок-иммунитет» Анжелика Фролова. Дипломом лауреата третьей степени награждается номинация «Ансамбль», награждается школа номер 896. Руководитель Петренко Юрий. Дорогие друзья, песня, которую я выбрала сегодня для исполнения вам, она не случайна. У нас конкурс патриотической песни. Если вы мне позволите, я хотела бы процитировать Сергея Ивановича. Он сказал, что, говоря о патриотизме, надо начинать с любви, потому что не может человек любить страну, если он не любит себя, в первую очередь, если в нем нет этого чувства, если он не знает о нем. Поэтому отпускайте все ненужное, отпускайте все лишнее и просто наслаждайтесь тем, что у нас есть, тем, как светит солнце, тем, что, чем мы обладаем. Просто любите. Oh.
прекрасного. И не жалейте добрых слов друг для друга. И объятий, и обнимашек, и поцеловашек, и ваших. В общем, радуйтесь, это наша жизнь. Диплом лауреата второй степени вручается МБУ СОЖ номер 43. Вокальный ансамбль «Форсаж». Ну, это Владимиру Андрюхину Васильевичу. Степени вручается вокальному ансамблю школы 1798 под названием «Феникс», руководитель Тихонова Марина. Спасибо ребятам за творчество. Мы провожаем вас громкими аплодисментами. Ну, от имени почетных гостей, которые здесь присутствуют, я поздравляю всех участников с их творческими успехами. Желаю всем совершенствования, радовать всех своим искусством и готовиться к новым конкурсам, которые, я надеюсь, будут в скором времени. Давайте всем поаплодируем. Наша церемония вручения продолжается. Диплом в номинации «Дуэт» вручает начальник Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил Сусарь Сергей Леминарович и финалисты телепроекта «Фактор А» Алла Пугачева, основатель и руководитель вокальной школы «Вокал Микс» Ирина Молчанова. Итак, диплом лауреата третьей степени вручается гимназии номер 19, город Калуга. Руководитель Аполлон Бакалин. Диплом лауреата второй степени вручается многопрофильной школе номер 1220 Сорокиной Марии и Машура Кристине. Диплом лауреата первой степени награждается гимназия номер 19, город Калуга. Спасибо
почетным гостям, членам жюри, всем участникам. Ребят, вы огромные молодцы. А конкурс – это всего лишь конкурс. И если в вашем сердце у вас есть огромное желание петь, заниматься творчеством, покорять какие-то вершины, следуйте этому и идите всегда вперед. А ту песню, которую я сейчас исполню, когда я впервые услышала, я подумала, что это невозможно. Но сейчас посмотрим, насколько это правда. Свободы.
дальше. Лауреата третьей степени в номинации «Дуэт» получает школа номер 43. Приглашается почетный гость нашего конкурса и наш большой друг. Администратор группы зрелищно-массовых мероприятий Центрального дома Российской армии имени Фрунзе Ольга Правдухина. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие ребята и родители, педагоги. Сейчас мне выпала честь вручить диплом за артистизм. И вот я что хотела вас спросить, как ни странно. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, а зачем мы вот частенько обнимаемся с вами? Ой, мы прикасаемся друг к другу сердцами. И вот тогда, когда мы делаем это неискренне, когда это не от души, не от сердца, это плохая актерская игра. А вот настоящая, как ни странно, актерская игра, но это наша природа. Это когда мы делаем от сердца, от души, когда мы действительно другому человеку, всему миру дарим свое сердце, дарим свою любовь. Мы ее умножаем таким образом, и все живем в любви. И вот сегодня Моргунова Анна продемонстрировала именно это. Она подарила, она показала нам замечательный прием, пример. Она подарила нам свою любовь, мы ответили ей тем же, и этот мир стал лучше, в нем стало больше любви. Ради этого мы с вами и живем. Моргунова Анна награждается специальным дипломом за артистизм. Специального диплома за смелость приглашается Слюсарь Сергей Леминарович. Итак, специальный диплом за смелость. Жюри долго думало. Приняли такое решение. Награждается Гималдинова Алиса. Даже когда птицы забывают слова, делают, что все нормально, все замечательно, да? Для оглашения результатов номинации «Солист» приглашаются на сцену Герой России, космический испытатель Нефедов Сергей Иванович. Успех на канале СТС, солист театра Алексей Алексеев. Лауреатом третьей степени в номинации «Сольное пение» награждается Моргунова Анна.
куда убежала твоя подруга? Она уехала в школу для рождения от подруги. Все, это очень уважительная причина. День рождения только раз в году. Переходим к диплому лауреата второй степени. Им награждается за песню «19 лет» Всеволод Седов. Поздравляю за очень проникновенное исполнение. Спасибо тебе огромное. Ну и обладателем диплома первой степени безоговорочно становится прекрасная артистка и певица Елизавета Крикунова. Слово предоставляется Сергею Ивановичу Нефедову. В этом момент я всегда, добрый день, удивляюсь и просто всегда думаю, что мне предоставлять слово. Я все время молодежь учу, надо не ждать, когда тебе его предоставят, надо его просто брать и все, как в нашей жизни. Но не могу, конечно, сегодня не сказать несколько слов. Я уже многих из вас знаю и даже прекрасно знаю по именам, по фамилиям. Но смотрите, что сегодня происходит. У нас сегодня с вами, кстати, я прошу прощения, Оля, что вы там про внимание говорили? Про внимание говорили. Идите сюда. Да, вы. Ну, я ж не парень, буду обнимать. Обнимаю. Спасибо. Знаете, как у Лёшка есть песня, да. Обнимаю небо сильными руками, летчик набирает высоту. Но, смотрите, что у нас сегодня происходит. Детский конкурс-фестиваль. Патриотическая песня «Стартуем к звездам». Что-то я детей здесь не вижу. Но если образно говорить опять словами песни, помните, песни поются? Мы дети галактики, но самое главное, мы дети Земли, дорогая Земля. Правильно? Поэтому если даже здесь дедушки бы выступали вот с такими бородами, седые, вот я без бороды, мы все равно были бы все детьми. Детьми. Конечно, можно написать, что это детский, юношеский конкурс и так далее. Но вот одна тут прекрасная женщина красивая сказала, сославшись на меня, что Сергей Иванович говорит, что патриотизм – это любовь. Но это несомненно, все, но я не так говорю. Я говорю то, что мало кто говорит. А теперь внимание, патриотизм, ребята, это ответственность. Без ответственности любви не бывает. Если ты ответственен за себя любишь, ответственен за отца и мать, дедушку, бабушку, за своих друзей, за свою школу, за свой класс, за своих подруг, за тот смысл жизни, в котором ты живешь, значит, ты любишь. Раз любишь, ты патриот. Прекрасное название сегодня. Феникс. Возрождение из пепла. Форсаж. Ускорение. Это то, чего не бывает, чтобы преодолеть это самое земное тяготение. Вот. Но опять, если говорить немножко отвлеченно, подумайте. Смотрите. Стартуем к звездам. Без форсажа стартовать нельзя. Без патриотизма, без любви стартовать нельзя. Тем более мы с вами обречены на этот старт. Потому как вы уже знаете, особенно калужане, которые рядом с таким блестящим комплексом музея космонавтики, знают, что нашей Земле осталось жить всего-навсего. Да, помните? Всего-навсего. Где-то примерно 4,5 миллиарда лет. Вот. А дальше нужно стартовать в космос, в пространство, в галактику. И это сегодня все зависит от нас с вами. А посмотрите, как блестяще выступают. Я не могу сегодня отметить. Мальчики и юноши, внимание. Очередной раз я радуюсь тому, что я не член жюри. Не надо думать, не надо просто получать удовольствие, как говорите, кайфовать от того, что... Девчонки зажигают. Девчонки впереди. Вальс. Девчонки ведут. Ребята. Дальше там у нас хищники, девчонки. Вот, да. Я наблюдаю, вспоминаю, как меня мама с папой водили в цирк. Обязательно покупали лимонад, обязательно покупали мое любимое мороженое. Ну, было всегда самое главное, третье представление. Работа с хищниками. Вот, и выходила прекрасная, ну, укротитель, бог с ним, укротительница с распущенными волосами. Звери хрюкали, не хрюкали, рычали.
Крюка и другие звери кричали, и она на них ложилась. Да, они рычали, она позволяли. Так что иметь это можно сделать. А потом самое страшное, она подходила к главному хищнику, открывала пасть и вкладывала туда голову. Зал молчал. Тоже можно исполнить, забыл что. Вот. Поэтому, что мне хочется сказать. Вот сегодня здесь выступал Вячеслав Степанович Листов. Он представляет уникальный, удивительный центр десента из Люберии. Там дети, там ребята, там молодежь обучает летать, обучает петь. В общем, прекрасно все. Но, коль мы сегодня вспомнили десент Экзюпери, то я хочу вам опять напомнить знаменитые его замечательные слова, которые не все знают. Это не только те слова, которые все повторяют, что мы в ответственности за тех, кого приручили. Нет, не только. Он сказал удивительные философские слова. Они сегодня к месту, что, говорит, мы в воздухе научились летать, как птицы, мы в воде научились плавать, как рыбы, а теперь на земле мы должны научиться жить, как люди. Вот наша задача. И по законам жанра, смотрите, что получается. Выходит одна прекрасная женщина, красивая девушка, исполняет песни. И выходит другая, исполняет песни. А я сижу и думаю, а что ж мне делать-то? Он, ребят, гитара есть, я могу взять гитару вам исполнить на следующий раз. Потому что у нас есть замечательная песня, которая пришла с нашими ребятами-испытателями всю жизнь. Это песня о черемухе. Там есть такие замечательные слова. Потрясающие. О доме, об улице, о жизни, о любимой. И там есть такие слова, сколько в жизни пройдено трудного пути, чтобы по этой улице до тебя дойти, чтобы встреча жданная радостью была, чтобы для нас черемуха круглый год цвела. И вот я всем желаю, чтобы для нас черемуха круглый год цвела. А для этого нужно помнить, что открыл ты глаза утром, все, ты ответственен за свою державу, за все твое окружающее. Ты любишь, ты живешь, ты идешь вперед. Вот смысл жизни. И когда я уже в прошлый раз посмеялись, особенно калужане, помните, смеялись, они, кстати, сегодня, смотрите, как зажигали, потому что, видимо, космического топлива чуточку с собой притащили из музея, ну и тут вопросов нет, вот, но, ведь каждый год нашей жизни, что такое каждый год нашей жизни? Это все лишь как все, один оборот Земли вокруг Солнца, верно? Сидят девчонки, сидят юноши, сидят девушки, вот, 15 лет тебе, ты уже 15 раз облетел вокруг Солнца и не заметил, а надо замечать, в этом смысл жизни, верно, верно. Поэтому всяческих вам творческих успехов. Всего вам самого-самого наилучшего, пожить подольше, порадоваться побольше. И как говорится в Священном Писании, дорогу осилит идущий. Счастья вам. Большое спасибо Сергею Ивановичу. А сейчас для вас поет Ив Набиев. Я бы хотел спеть одну из моих любимых песен. Это песня из репертуара Муслима Магомаева. Сегодня был замечательный день лично в моей жизни, потому что состоялась встреча с очень талантливыми детьми. С вами, дорогие друзья, я желаю вам успеха в вашем нелегком творческом деле. Учитесь, развивайтесь, слушайте музыку. Люди встречаются и расстаются, но музыка остается навсегда. И она навсегда с нами. Можно? Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь, их музыку услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя дома, уведу на виду всех знакомых, уведу, уведу, быть сможет на виду одной натянутой струной, связаны мы с тобой. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ла-ла-ла-ла-ла.
и грош цена, струна ворона. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел с огорелой за спиной. Спасибо большое. Отлично. Спасибо членам нашего жюри Иву Добиеву. Спасибо его красивому бархатному. А специальный диплом за лучшую авторскую песню получает Курненков Артем. Номинация, которую учредила жюри, специальную награду «Надежда конкурса». Для вручения на сцену приглашаются игумен Никита, Донской монастырь Ира Мощенко, Людмила Михайловна. Мы доставили сегодня очень много радостных минут в этот день. Пусть этот конкурс послужит вам дальнейшей ступенью для того, чтобы вы развивались дальше песни, музыки, танцы, чтобы творчество ваше возрастало вместе с вами. Специальный диплом жюри награждает «Надежда конкурса» Сорокину Марию, ГПУ «Многопрофильная школа 1220». Дорогие друзья, Центральный дом Российской армии проводит фестивали. Детские фестивали – это «Мир глазами детей», в котором принимают участие кадетские корпуса, кадетские школы, юные таланты со всей нашей России. Это фестиваль детского творчества. И фестиваль «Рейс Москва-мечта» «Катюша юниор». Это вокальный конкурс. Сегодня я хочу вручить приглашение школе номер 1798, город Москва, на фестиваль «Катюша юниор», который состоится в ноябре этого года. Пожалуйста, представители, получите приглашение. Город Москва также приглашается на фестиваль «Катюша юниор». И мне бы хотелось пригласить город Калугу, школу номер 43 и гимназию номер 19 на фестиваль «Мир глазами детей», который состоится в апреле этого года. Я желаю вам творчества,
стремитесь, показывайте себя. Я надеюсь, что в каждой вашей школе, в каждой гимназии есть действительно достойная смена, которая будет постоянно выходить вот на эту сцену и показывать ваши таланты. Я всем же желаю больших-больших успехов. И для вручения гран-при нашего конкурса приглашается председатель жюри Иванов Владимир Геннадьевич, начальник ансамбля, художественный руководитель ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации. Слюсар Сергей Лимарович, начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил. Яковенко Валентина Викторовна, начальник группы культурного обслуживания войск Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил. Итак, интрига нашего конкурса. Гран-при конкурса «Стартуем к звездам» получает ансамбль «Наследники победителей». Дорогие участники конкурса, мне хочется кратко сказать слова благодарности всем за участие, за подготовку, детям за их участие, педагогам и руководителям, которые готовили их. И очень символично, что этот фестиваль патриотические песни проходит в канун замечательного праздника, Дня защитника Отечества. Это наш общий праздник, а не только праздник мужчин, как почему-то принято считать. Это праздник всей страны, всех россиян. Мне хотелось бы поздравить вас с наступающим праздником Днем защитника Отечества, пожелать вам здоровья, счастья и благополучия. И пожелать успехов в дальнейшем конкурсе. Спасибо. Во-первых, большое спасибо всем, кто готовился очень длительное, продолжительное время, показал сегодня очень хороший результат. Это у нас первый наш такой совместный детский фестиваль-конкурс. Я думаю, что далеко не последний, не крайний. Поэтому мы будем рады видеть вас на следующий год на этом фестивале. Возможно, будут какие-то другие номинации, но в любом случае вы молодцы, вы подготовились, вы друг другу, наверное, показали тот максимальный свой потенциал, а может быть, не совсем максимальный. Но сегодня, поверьте, было очень здорово, интересно. Спасибо выступающим, спасибо отдельное жюри, нашим замечательным жюри, очень объективно, потому что очень было непросто вас оценивать, ребят. На самом деле, поверьте. Время и сил для такого, на наш взгляд, важного и интересного мероприятия. Спасибо вам. Фото на память. А также еще раз выражаем слова огромной благодарности Центральному офицерскому клубу и главному командованию Воздушно-космических сил. Аплодисменты. Чужеземный мудрец.
душой своей сильна. Нерассказанная сказка, сиёмкая страна. Спасибо вам огромное за сегодняшний день.